А сегодня курсанты и офицеры Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова отправились в сверхдальний лыжный поход, посвященный столетию образования Красной Армии. Десантникам предстоит преодолеть почти 1000 километров. Останавливаться участники похода будут в Ярославле, Суздале, Владимире и других городах Золотого кольца. Там офицеров уже ждут в местных военно-патриотических клубах. Десантники должны рассказать о своем училище и принять участие в спортивных соревнованиях. Офицеров сопровождают тыловые службы, медики и полевая кухня. Ну, этот поход уникален, во-первых, своей протяженностью, условиями проведения, то есть помимо совершения пешего марша на лыжах, либо комбинированном в городах с лыжами, рота будет показывать показательное выступление, представлять вооружение, воздушно-десантную технику, которая состоит на вооружении училища в воздушно-десантных войсках. Одновременно в лыжные походы отправились десантники из Новороссийска, Тулы, Смоленска и еще 6 российских городов. Через 16 дней все группы встретятся в поселке Поляны Рязанской области.